Ну что, друзья, всем привет! Ни хвоста, ни чешуи на мне сегодня. Выбрался на озера. Тут достаточно красиво. Интересное место. Это маленькие водные потоки. Здесь, по идее, дамбочка. По идее, окунь должен сюда собираться. Будем пробовать. Распоряжение мне сегодня попало. Вот такая вот палочка с тестом от 0,6 до 7 грамм от Акара. Заказал себе на пробу, бюджетная палка. Очень стало интересно ее попробовать. Вот, еще даже не распаковал как следует. Вот, даже бирочка висит, новенькая палочка, еще ни разу не ловил. Сегодня посмотрим. Также купил себе, не дождался еще пока катушку нормально и плетенку, купил себе шнур плетеный от Акара 0,2 по японской нумерации. Посмотрим, как он сегодня себя поведет. Ну, вроде потоньше, чем мой китайский стоян. И вроде как катушечка с ним работает получше. Но пока еще в деле не спробовал, поэтому сейчас будем пробовать. Ну что, погнали! Ого. Просто подвис и все. Вот и я отловился. Уже радует. Да, блин. Окунь не рестится. Молоки с него бегут. Так, отпускаем, пока он меня совсем не удивил. Хотел сфотографироваться. Но не буду. Не стоит оно того. Уже с самого утра ходим. Вот поклевки увидел только сейчас. Ну, правда, я приманку поменял. Поставил виброхвостик, как Crazy Fish. В зеленом цвете. Вот такой вот. Но я все-таки разловил сегодня. Это уже радует. Поклевки были еще возле того берега одна. И одна тут, вот возле этого берега была поклевка. Кстати, друзья, если это видео выйдет,
оно выйдет, если я поймаю еще рыбу сегодня. Я хочу разыграть в этом видео один из своих спиннингов. Мне их собралось уже достаточно много. Некоторыми из них я не пользуюсь. В данном случае хочу разыграть спиннинг Матома Спринг от 2 до 12 грамм с тестом. Небольшая палочка для озер и малых рек. Вообще неплохая. На блесенке я ловил и на лайт джиг. Смотрите видео до конца. В конце видео расскажу условия, чтобы выиграть этот спиннинг. О, есть. Даже фрикцион затрещал. Как дергается-то, а? Эй, нет. Вот он. Красавчик. О, резвый какой. Красавец. Проводочку подобрал. Какой красавчик. Полосачик. Че, они какие-то прям дикие. Да? Ой, это ты коренной. Ну-ка. Прям дергается. Слышишь, фрикцион трещит как. Да. Прям на мелкую, да? Давай мне такую же. Тоже попробуем. Есть у тебя такие? Есть. Да. О, красавчик. Ну вон икра лезет. Мамку поймал. Понял. С икрой. Ой, беги. Пошел, пошел, пошел. Все, в кустике спрятался. Здесь, видимо, хищные. Окуни. И не желают ловиться на насекомых. Хотя что-нибудь вроде майка. Ну что же. Дадим им майка. Походу передышка, да, окунь? Я думал, дело в приманке, а оказывается, он ушел. Как малька гоняет. Не, палочка прям зачетная. Мне нравится. Вот 2 грамма я чувствую, в принципе, прям самое то.
У него строй чуть пожестче, чем у Crazy Fish. Но Crazy Fish я еще не пробовал рыбачить с этой плетенкой. Сегодня вот решил новое попробовать. И спиннинг и плетеночку. Он себя показывает очень даже неплохо. Приятно чувствуется в руку. Окуни вот такого размера ладошечный. Ну и вообще, в принципе, радует. Самое главное, что стоит не так дорого. Ссылку оставлю в описании, как я уже сказал. На все снасти, которые мы сегодня рыбачим. И пользуемся. Да. Фига. Долбит прям. Прям долбит. О, козяга сразу, да? Ну. Да я так вытащу. Ну, его заберем. О, это хороший. Заберем его, да? Заберешь? Коптилку. Мне просто некуда ложить. Таких, ну, не коптить можно. Что могу сказать, друзья, окунь активизируется. Бьется. Все серьезней и серьезней. А это не может не радовать, это эмоции, это ощущения. Ну что, друзья, вот с такими успехами завершилась наша сегодняшняя рыбалка. От души половили окуней на ультралайт, микроджиг 2 грамма. Рыбачил сегодня спиннингом Атакара своим новеньким от 0,6 до 7 грамм. В принципе, что хочу сказать о палке. Палка неплохая, немного пожестче, чем палка от Crazy Fish у меня была. Ну, напарник у меня сегодня... Попробовал порыбачить и то, и обе оценил палочки. В принципе, палочки достойные. С тонкой плетеночкой прям самое то. А я, как и обещал в начале видео, разыграю вот такой вот спиннинг от Matomos Spring. От 2 до 12 грамм. Вот, что для этого нужно? Нужно быть подписанным на мой канал, поставить под видео палец вверх. И написать в комментариях что-нибудь из пожеланий для канала, для меня. Возможно, отзыв, что вам понравилось или не понравилось в этом видео. Для меня очень важны ваши комментарии. И я каждый раз стараюсь сделать видео лучше. А камбэка, скажем так, мне очень не хватает. Поэтому я его от вас очень жду. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было не только в рамках розыгрыша, а под каждым видео мы оставляли свое мнение. В общем, спасибо за просмотр. Через 2 недели разыграем вот этот спиннинг. И всем пока!